Всем привет, с вами Штейн, и сегодня мы с вами поговорим о подземелье Кузницы Кровавого Корня. Как и всегда, обсудим механики боссов, достижения, награды и все возможные нюансы, которые помогут вам его комфортно фармить. Поехали! Итак, Кузница Кровавого Корня — это второе подземелье дополнения Рога Предела, в котором мы на земле и под ней, но неизменно в красивейших локациях и окружении, похожего на лаву расплавленного Нирнкрукса, будем сражаться с кланом Грозного Рога. Основная награда за достижение тут — это шлем Череп Рогов Кепту. Сей колоритный наголовник дается за выполнение классического трио достижений – пройти ветеранку без смертей группы, уложиться в 20 минут и осилить хардмод. Выполнять можно по отдельности, и на данный момент все довольно просто. Также просто за вход в кузницу или второе подземелье DLC «Владение Фолкрит» дадут эмоцию «Рога Быка», а за прохождение обоих в ветеранском режиме – забавную оранжево-красную краску. Ну и, конечно, присутствуют титулы. За ветеранку бич зверя людей, а за хардмод разрушитель кузницы. По шмоткам в подземелье фармится классический набор. Три сета, монстр-шапка и мотив кровавой кузницы. Легкий мантия пламенного цветка жжет врагов огненной линией, нанося урон и поджигая раз в 10 секунд. Средний кровопийца усиливает урон всех ваших кровотоков на 20%. Тяжелый сад ворожей при получении урона при здоровье ниже половины бафает носителя и его группы великой защитой, уменьшающий получаемый урон на 10%. Ну а местный монстр сет кровь земли – отличный вариант экстренного отхила. При исцелении себя или члена группы со здоровьем ниже половины создает под целью круг, сильно лечащий самого просевшего союзника. Местный мотив кровавой кузницы, как и всегда, падает с последнего босса. Редко на нормале, 50% на ветеранке и гарантированно на хардмоде. Стоят странички, за редким исключением, недорого, но все равно приятно. Пройти кузницу в современных реалиях можно любым составом, и с хилером, и без. Данж довольно старый, пережил много нерфов, и сейчас у большинства групп проблем вызвать не должен. Гайд снят на примере классического варианта из танка, хила и двух дамагеров, которым снова запретили пользоваться навыками. Итак, в кузнице нас ждут 5 боссов и довольно большое количество агрессивных трэш-мобов на перебежках. Причем ассортимент способов, которыми они могут вас убивать, довольно внушителен. Прежде всего и приоритетно в любом замесе стоит обращать внимание на всеми любимые цветы-душители. Своими плевками они здесь создают большие, едкие, сильно замедляющие лужи. Если давать душителям жить, этим делом они загадят любую арену, что усложнит бой. Также, как и в Фолкрите, тут имеются минотавры двух видов. Разрыватель земли Грозного Рога, что с топором, бьет по земле, оставляя на месте удара небольшой лавовый вулкан. Танк должен оперативно вставать в него и принимать урон своей тушкой, иначе вулкан зафонтанит выстрелами ДД и хила. Огнешкуры и же минотавры-маги, кроме большого урона и закидывания группы огненными кругами, периодически будут связывать двух членов группы и ставить на колено. В этот момент рогатого надо прервать башем, иначе он разожжет под ними костры, и из позы коленной бедняги перейдут в позу лежачую. Ну и да, после освобождения зоны покинуть все же стоит, ибо есть не иллюзорный шанс откинуть копыта, прогорев на тех же кострах. Ну и чтобы совсем не скучали, еще одну небольшую механику имеют местные жуки-шалки. Во время боя они будут выбирать цель и отправлять за ней лавовый шар, ползущий по земле. У игрока, за которым ползет круг, пожелтеют края экрана, и чтобы избавиться от него, нужно будет запрыгнуть на одну из платформ в лаве. Ну или забить болт, если не гонитесь за достижениями и уверены в своем отхиле. Шары довольно сильно занерфлены, и на данный момент персонажа в блоке обычно не убивают. Просто отбрасывают и вешают поджог со средним уроном.
Ну и, конечно же, пару слов о местной лаве, раз уж зашла речь. Как я уже говорил, это не совсем лава, а расплавленный Нирнкрукс, и он имеет несколько неприятных особенностей. В отличие от лавы с фиксированным уроном, урон от Нирнкрукса постоянно увеличивается, а через несколько тиков персонаж каменеет и гарантированно сгорает окончательно. Соответственно, по лаве просто так не побегать, и все механики с платформами придется соблюдать, иначе никакого отхила не хватит. Ну а теперь пошли, собственно, к местным батькам. Первый босс кузницы – Мишка Матгамейн. Довольно безобидный товарищ, но блок отпускать я бы все же не стал. Имеет стандартную болючую тяжелую атаку и небольшой конус, хорошо сносящий ДД. Обязательно отворачиваем от группы и перед мордой не крутимся. Периодически Мишка будет призывать мелочь, танку стоит ее агрить и тянуть под босса. Ну а бонусом весьма противным будут периодически вылезающие на краю арены цветки-душители. Они должны быть слиты в первую очередь, ибо лужи могут испортить даже такой простой бой. Очищаем отравление луж навыками по необходимости, добиваем медведа и топаем дальше. Второй босс подземелья – ворожея Кайлав. Танк агрит старушенцу и отворачивает от группы. Она довольно слабо бьет обычными атаками, но стабильно пуляет болючие конусы и бегущие по земле ледяные вихри. Уворачиваемся, перед лицом не стоим, а если приморозило, врываемся. Так же, как и в первом в бою, по углам арены будут периодически появляться душители, которых стоит очень оперативно уничтожать. Каждые 25% здоровья босс будет призывать трех гуаров, одного медведа, а сама будет закрываться от мира живой изгородью, не дающей наносить ей урон снаружи. При любом раскладе танк должен согреть медведя, он кусается больно, а вот дальше есть нюансы. Если все стоят далеко от босса и в круге никого нет, танк просто подходит к изгороди и его выкидывает, и уже снаружи он собирает мобов. Группа их заливает, изгородь пропадает, ворожея телепортируется в случайную точку, и бой продолжается по-обычному. Если нет желания вообще попадать за изгородь, можно танковать босса на расстоянии, держа дальним таунтом. Главное, опять же, лицом не в сторону группы. Если же у группы хороший урон и живучесть, более быстрым вариантом будет забить на механику и заливать все внутри. При таком раскладе ДД кучкуется за спиной у босса, а при появлении изгороди просто игнорит ее, продолжая вливать урон. Прогорает ворожея быстро, главное танку не забывать агрить медведя. Грабим бабулю любым удобным способом и топаем к третьему боссу. Каменное сердце встретит нас на большой вытянутой поляне в окружении каменных же кучек. С ними, собственно, и будет связана основная механика. Сам босс бьет не очень больно, но стабильно раскидывает под ногами неприлично большое количество огненных кругов. Танковать лучше на небольшом расстоянии, ибо настаканные круги прожаривают сильно. Получив некоторое количество урона, босс с довольно яркой анимацией оживит одну каменную кучку и телепортируется в случайное место. Оживший голем сразу же начнет кастовать каменные шипы, вылезающие из земли. И чем дольше он будет жить, тем быстрее будут лупить шипы. Соответственно, каменюку нужно оперативно согреть и слить. И, собственно, в этом вся суть боя. Танк танцует недалеко от босса, выбегая из кругов, а группа по очереди льет босса и оживающих големов, также стараясь не попадать в круги и разлетающиеся после телепорта босса шары. В районе 20% здоровья каменное сердце озвереет и оживит сразу все каменные кучи разом. В этот момент нужно забить на них болт, сконцентрироваться на добивании босса. Группам с маленьким уроном тут пригодятся ульты. Если же урона совсем не хватает, что в современных реалиях игры маловероятно, танк может согреть големов и побегать с ними, выиграв немного времени. Но это скорее в формате шутки, ну или если хочется посмотреть на 10 каменных шипов сразу. У нас ДД успевали затыкать босса вдвоем, даже просто лупя его легкими атаками. Итак, добиваем сердечко и топаем к четвертому боссу. Большой бычок Галкабар встретит нас на аккуратной круглой арене посреди лавового озера с кучей платформ. Да, постоянно говорить Нирнкрукс неудобно, поэтому дальше будет просто лавой. Босса, как всегда, отворачиваем от группы и готовимся гореть. Босс порадует нас уже знакомым маленьким вулкана-фонтаном, который нужно заткнуть танковой жопкой. Кидает обычно под себя, но бдительность лучше не терять.
Еще бычара кидает конусом огненные шары, зажигает под ногами круги и призывает уже знакомых огненных жешалков. Танка они обычно не трогают, а вот на ДД все так же будут вешать пожелтение экрана и ползущий по земле круг. От него, как и раньше, надо убежать на одну из платформ в лаве, подождать, пока он утонет, а потом продолжать бой. Ну или опять же при нормальном отхиле ловить в блок и быстрее заливать самих шалков. Периодически босс будет поворачиваться к центру арены и старательно по нему стучать, разворачивая огромный растущий круг. В этот момент группа должна разделиться и убежать с арены на платформы. Каждый должен встать на свою, ибо платформы, если на них кто-то есть, через некоторое время исчезают. И чем больше людей на платформе, тем быстрее это происходит. Вдвоем на одной обычно времени переждать механику не хватает. Есть риск прогореть обоим. Как только огненная стена погаснет, можно возвращаться на арену и продолжать бой по-обычному. Раньше на 50% появлялось еще два голема с прошлого босса, наводивших суету кругами. Однако сейчас эта механика отключена и босс проходится очень просто. Внимательно смотрим под ноги, затыкаем фонтан танком, не игнорим шаков и рогатый во славу фарма будет отодран. Но спустя буквально пару переходов мы попадем на арену финального босса, где нас будет ждать его охрана. Эдакий промежуточный босс 4 и 3 четверти. Магичка, служительница крови, ближник Герик Бычья Кровь и уже знакомый маг Минотавр. Оптимальным вариантом будет свести их вместе и залить. Для этого танк может сагрить всех троих и убежать в правый угол, чтобы человечишки состакались под быка. Ну а далее лупим всех вместе, не экономя ульты. Бычара, как и раньше, будет ставить двух членов группы на колено, это все так же надо отслеживать и вовремя прерывать. Ближник будет давать большой круг, он адекватно блокируется, ну а магичка подпукивает всему этому делу разнообразными гадостями. В общем, если вовремя сбивать быка и не забегать лишний раз в круги, проходятся более чем адекватно, проблем вызвать не должны. После их упокоения в углу загорится сундучок с лутом, а на арене появится, собственно, сам последний босс, Атронах из Крови Земли. Также по краям арены активируются две чаши с синергиями, которые будут помогать нам в бою. Танк традиционно хватает босса и держит недалеко от центра, чтобы группе было удобно бегать за синергиями. Арсенал атак Атронаха не очень большой, но эффектный. У него сильная тяжелая атака, принимать только в блок, а также тык рукой в землю, порождающий дорожку из маленьких огненных кругов. Однообразно и, если не ловить лицом, довольно безопасно. Прерываться этот расслабон будет большим отбрасывающим кругом, после которого босс начнет рушить потолок и заливать всю арену падающими каменюками. Они бьют довольно сильно, и чтобы выживать было проще, процесс можно прервать синергией. Нужно подбежать к чаше с огнем, навести прицел на босса и прожать синергию, кинув в босса огненный же шарик. Он прервет механику и ненадолго оглушит босса. Еще также периодически на арене будут появляться расползающиеся лужа лавы, стреляющая в ближайших игроков. Если долго ловить лицом ее атаки, персонаж может окаменеть, поэтому либо двигаемся, либо тушим ее второй синергией из чаши крови. Точно так же подбегаем к чаше, целимся и жмем по луже. Над ней появится кровавое облако и затушит лаву. Собственно, так и будет проходить весь бой. Лупим Атронаха, прерываем каменный дождь, тушим лаву. В районе 70% Атронах задумается и начнет извергать из себя Нирнкрукс, создавая свою копию. В этот момент под фонтаном лучше не стоять, дожидаемся появления вражины, агрим обоих и продолжаем бой по накатанной. В районе 40% здоровья босс поделится еще раз, изрыгнув из себя маленького Атронаха. Вот малыш больно бьет, должен быть оперативно сагрен и желательно также быстро уничтожен. В этот момент будет полезно скинуться ультимейтами и избавиться от дополнительного противника побыстрее. Сливаем его, сливаем копию, и босс останется в грустном одиночестве. Никаких особых механик добивания и буйств под конец у него нет. Если пережили копии, дальше можно не париться и добивать спокойно, делая только механики с синергиями. Объективно бой довольно простой и обычно вызывает даже меньше проблем, чем предыдущий бычара с платформами. Хотя и там с убранными каменюками сейчас не сложно. Хардмод активируется стандартным свитком на земле, а сам бой практически не меняет. Босс становится жирнее, а синергии чаш перестают работать.
От лавы теперь просто бегаем, а от падающих камней уворачиваемся. С нынешним уроном ДД пролетается очень быстро и даже заставляет слегка взгрустнуть. Ну и лишний раз подумать о необходимости нерфа урона. Половину механик сейчас просто не успеваешь разглядеть. Что же, в общем, по данжу бодрый и кайфовый старичок. Не в обиду, разумеется, если так можно выразиться. Очень красивые, на мой взгляд, локации, интересные механики и адекватная сложность. Как всегда, мои добрейшие пожелания к личному ознакомлению и извлечению отсюда коллекционных ништяков, если вы до сих пор этого не сделали. Ну а на этой нирнкруксовой ноте у меня на сегодня и все. Пишите, что думаете о кузнице кровавого корня и этом дополнении в целом. На мой взгляд, по сеттингу оно вышло очень душевным и вызывает только приятные ассоциации. Родной Фолкрит, симпатичные лавовые руины, быки, в общем, все как надо. Ну а хватал быка не за рога, не дотянулся, для вас как всегда Штейн. Не скупитесь на мнения и тыкалки под видео. Этот непопулярный и совершенно непростой формат существует только благодаря вашей поддержке. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Не болейте, не скучайте и до новых встреч!